Сразу наших гостей хотелось бы спросить, это специальная какая-то шапочка, вот которая Анастасия помогает сейчас крутиться Настя на голове? Настя вернется, мы очень хотим, чтобы Настя, вернись, пожалуйста, с этой шапочкой. Мы очень хотим потрогать там какая-то подкладка, как можно крутиться вообще там на голове. Там какой-то секрет. Какой-то секрет. Подождите, давайте представим наших сегодняшних гостей. У нас, ну, пожалуй, самые знаменитые в нашей стране брейк-дансеры, группа Камелот, которые пришли к нам на этот раз, уже который раз пришли в нашу студию, здесь на белом диване, готовы поделиться с нами радостной новостью. Вот, так сказать, презентация этой новости только что частично состоялась в виде танца Анастасии Соловьевой. Ребят, ну что, Олимпийские игры? Да, получается. Дело, да? Представляете? Как же это случилось, что наша танцорша, наш человек поедет в Японию представлять Латвию на этих... Подождите, я тебя перебью, опережу. Как так получилось, что брейк-данс дожил до этого времени, да, что он будет представлен в юношеских Олимпийских играх? Ну, на самом деле, уже в прошлом году... И в этом году уже шли слухи о том, что какие-то новости в интернете, что вроде как бы планируют брейк-данс внести в юношеские Олимпийские игры. И все на это так смотрели, что, ну, потому что вопрос поднимался много лет назад, да, но все так очень пессимистично смотрели на это. А тут вдруг пошли какие-то правила, уже и назначены были конкретно Олимпийские игры, и тут уже объявили набор на юношеские Олимпийские игры. И это уже стало намного серьезнее. Все поняли, что да, это действительно юношеские Олимпийские игры, которые произойдут в следующем году, брейк-данс будет. В Олимпийских играх брейк-данс, кто это все сделал? Это японцы, у которых брейк-данс развит? И развит ли там, кстати, и брейк-данс? В Японии брейк-данс развит, конечно. Но в Японии будет проходить последняя квалификация на Олимпийские игры, которые будут проходить в Аргентине. Может, Настя нам расскажет? Действительно, да, и Настя, Настя может поподробнее узнать. Давайте уже спросим у Насти, во-первых, как она прошла отбор на то, чтобы попасть в Токио. Это проходило, как я понимаю, буквально. То есть в Аргентине уже, а не в Токио. Токио — это квалификация на Аргентину, уже юношеские игры в Аргентине. В общем, вы меня уже совсем запутали. Давайте рассказывайте все подробнее. Первый этап был просто видео надо было заснять, из которого уже отбирались девочки и мальчики из разных стран мира, совершенно на второй этап, который проходил в Германии, в городе Эссен. На следующий день после мероприятия Battle of the Year, куда я, собственно, и попала, там я вошла в десятку лучших биг-герл, которые поедут на третий квалификационный big этап. Big-герл — это break-dance girl, наверное. Так, girl. Может, да. Да. В Японию, в Токио в мае 2018 года. И там уже из всех девчонок и парней отберут только десятку лучших, кто поедет на сами Олимпийские игры в Буэнос-Айрес. Это Аргентина и Южная Америка. И все же покажите, Настя, вашу шапочку. Вы сейчас ее так все там прятали. Я видел специальную нашивку. Вот мне очень и интересно, узнать вообще, сколько нужно заниматься для того, чтобы вот так крутиться, чтобы получить такую шапку. Можно примерить? Да. Ну, в общем-то, тяжелый элемент крутиться на голове, правда? Нет, самый легкий. Самый легкий? Да. Хотя выглядит самым эффектным, наверное. А что самое сложное из того, что вы показали? Из того, что я показала, ну, для меня является более сложным элементом бочка, которая делается через локти, нежели крючение на голове. А вообще девушка в брейк-дансе, насколько это типично для вот этого направления танцевального? Как мне всегда казалось, это такой более мужской, что ли, стиль, потому что требует действительно большой силы. Нужны сильные руки, сильную голову и другие части тела. Ну, по большому счету, здесь уже у нас как бы хип-хоп сам он только развивается, можно сказать, и стадии такие переходят. И девчата уже начинают уже тоже как, ну, на уровне очень, ну, очень многие на уровне ребят тоже так
танцуют и по сложности элементов тоже делают. Там не столько как сила, как динамика, конечно, надо. Это, естественно, собранность каждый день. Все время отрабатывать одно и то же, если не получается, дальше познавать. Как вы думаете, смогут ли девочки когда-нибудь выступать наравне с мужчинами в брейк-дансе, с мальчиками? Сейчас это происходит. Не, наравне никогда не смогут, я так думаю. Мнения разделились. Не, ну естественно, кто-то не задумывался, может, об этом так глубоко. Ну, в принципе, наравне ну не может все равно для меня. Это как ребенок и против взрослого. Ну ладно, репортаж ввели бы. Вот такая дискриминация. Интервью, например, ввели бы там дети, например, другие. И кто-то сказал бы, даже если ребенок там чуть не очень бы сделал бы все, сказали бы, ребенок хорошо. То есть, по вашему мнению, Янис, девушки в брейк-дансе, это все же такие недобрейк-дансеры? Не-не-не-не, им надо категорию. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. То есть это просто отдельная категория? Я бы так, да. Но у нас нету такого, у нас все равно есть смешанные тоже. Ну, берут девчонок. А соревнуются мальчики и девочки вместе? Мальчики против девочек, девочки против мальчиков. Да, такое тоже бывает. Но это редкость. Редкость, но это бывает. Это пока у нас, вот я говорю, только-только это возможно. Потому что женщины, сами знаете, начинают в профессии во все вливаться. В общем, если мы смотрим, уже изначально уже были и девочки, и мальчики. Ну, как бы и 80-е годы в Америке, и там тоже это все. В принципе, они вверх только танцевали. Но не такого уровня, Мы берем, единицы, в общем, как бы культуру. Она включала в себя и женский, и мужской пол. То, что Настя делает, это единственное в Прибалтике. Ну да, это очень хорошо. То есть, это если мы говорим о нижнем брейке. Да. Совершенно верно. Ну, а все-таки верхний брейк, вот мне лично кажется, что девочкам, наверное, должен даваться лучше, ведь там много пластики. Естественно. Наверное, все же в этом какое-то преимущество должно быть хотя бы у девушек по сравнению с парнями. Однозначно, да. Единственный вопрос, да, вопрос как бы, просто какие вы элементы делаете? Девушке, да, будет что-то удобнее, возможно, да, пластичные элементы мужчине? Точно, конечно. Ну не отговаривайте Настю, она одна на Прибалтику, я же говорю. Не, ну Настю, я думаю, сложно отговорить, все-таки сейчас квалификация на Олимпийские игры, уже тут сказать до свидания, чау невозможно, мне кажется. Ну давайте вот с Настей уже тогда тоже поговорим. Очень хочется, Настя, узнать, как вы вообще пришли в эти танцы? Что вас привело туда, вот к этим вот трем молодым людям? Как все началось? Ну, у нас в Латвии, в Риге есть много студий по брейк-дансу разных. Но я начала заниматься в студии «Танец ЛВ» у Вакума Петрова. Там мое начало, это мой первый тренер. Но затем на каком-то этапе эта точка развития остановилась, и мне захотелось развиваться дальше, поскольку в «Танец ЛВ» больше младшей группы для совсем начинающих. Мне захотелось развиваться дальше, и, по моему мнению, Камелоты самый сильнейший из танцоров Риги, в Латвии. Они неоднократно выигрывали различные мировые соревнования по брейк-дансу. Вы краснеете, ребят, сейчас, я надеюсь, камера может это отобразить? Мы следим за текстом, да. Настя, хорошо. Чтобы лишнее не сказала. Так что вы дали заранее ей выучить, да, как мы поняли? Нет. Настя, ну а все же вот интересно просто узнать изначально, что подтолкнуло девушку пойти вот в такой вот, ну, достаточно мужской вид танцев. Что вас туда направило? На самом деле, когда я только начинала заниматься, я не совсем знала, на что иду. И не было такого, что вот я там хочу изучать только силовые какие-то движения, или я хочу изучать верха. Нет, я начинала совершенно абсолютно, как и все остальные ребята. Просто мне понравилось, увидела какие-то клипы, наверное, по интернету, и захотелось тоже попробовать. Ну и после чего в дальнейшем развитие и с годами начало нравиться более делать что-то трудное, более как бы зрелищное. Ну и я начала изучать пауэрмувы. Сколько у вас тренировок в неделю? 9 тренировок в неделю. Каждый день. Выходные, а вот с того момента, как вы узнали, что, возможно, примете участие в юношеских Олимпийских играх, а теперь сколько у вас будет тренировок в неделю? Так же самое останется. Я всегда работаю на результат. Я всегда хочу добиться чего-то большего. Всегда хочу работать настолько, насколько я это могу делать. Ребята, вот мне интересно узнать вообще, насколько брейк-данс сейчас удерживает популярность и насколько действительно часто и много родителей приводят детей или дети, подростки сами приходят. Вот не угасает ли эта популярность с годами? Ведь брейк-данс, как мы знаем, уже с 80-х годов, в общем-то, находится на таком высоком пике. Как сейчас, как сегодня обстоят дела?
принципе, сейчас наоборот хорошо, благодаря масс-медиа. Это даже любой... А это наш текст пошел, да, который мы вам дали? Нет, мы ничего не дали. Спасибо, ребята. Не, ну, естественно, это все видно же. Там поют всякие эти соревнования, проходят на танцы, там еще, ну, много же всего. И клипы, все это, наоборот, ну, только заряжает. Мне кажется, здесь, ну, наоборот, только расцветает все. Все больше и больше узнаю, что танцы, разные направления есть, стили. Ну, вот. Вот, Александр, вам хотелось бы задать вопрос. Вот, по вашему мнению, почему стоило бы ребенка отдать в брейк-данс вообще, в танцы вообще и в брейк-данс в частности? Ну да, это вопрос довольно такой сложный, почему именно, да, но как критерий может быть именно связан с тем, что брейкданс дает возможность развиваться не только как бы как танцор, но и физически в том числе, да, вот хороший тренер, допустим, Янис, да, он развивает своих детей в направлении как физического развития, идет разговор о каких-то там стандартного рода, да, растяжки, кувырки, стойки на руках, да, там такого рода позиции какие-то конкретные, в том числе и как бы изучают вопрос ритмичности, извиняюсь, то таким образом человек открывает для себя, может быть, какие-то более легкие возможности для будущего именно работать с аудиторией, себя представлять как-то. То есть не только в танцах, но и для жизни вообще, ну, это, да, полезно. В общем, да, это такое развивание. Очень многостороннее развитие происходит. Да, вы... Сама цель — научить учиться. Вот и все. Если ты это понимаешь, принцип, ты во всем это будешь, ну, просто гением. Но как первый шаг, да, для ребенка, это довольно хорошо в умелые руки тренера, да. Ну, тут надо, конечно... Совершенно верно, да, действительно, это от тренера зависит, что если действительно грамотный, правильный тренер правильно преподносит все это. Да, это важно, да. Это важно, да. Ну, давайте поговорим об успехах. С Настей уже все понятно, впереди квалификация, возможно, участие на Олимпийских юношеских играх в Аргентине. Какими еще успехами может гордиться латвийский брейкданс? Ну, сейчас в Латвии, так скажем, от Камелота открылась студия Circle Dance. Да, кстати, можем похвастаться. Да. И это, ну, скажем, хоровод, так если проще обозначить. Что, например, есть танец, да, и некоторые ограничения в любых стилях, направлениях очень создалось. И хочется все это объединить, как, ну, без границ, так скажем, танец был. И, ну, вот на таком... Мы все мы тренируемся, это приходите обязательно. 16 декабря открытие будет для детей. Так что, ну, 17-го для повзрослее. Ну, близких, конечно же. Ну что же, Насте, мы пожелаем удачи. Удачи, конечно, и вам, танцоры команды «Камелот». Вы ведь тоже много еще выступаете и много где ездите, и будете выступать. Ну что же, «Камелот», Анатолий Солдатенко, Янис Берзинч, Александр Михайлов, Анастасия Соловьева были сегодня в гостях у нашей программы. Но передача на этом не заканчивается. Нам еще есть что вам сказать. Оставайтесь с нами. Можно тоже танцевать брейк-данс. Тоже перехватило у меня. Хорошая совместимость, да, музыка и брейк-данс.